Мы с вами остановились на втором задании. В Sample Trading Companies нам нужно найти компании, основанные в период с 2005 года. Это мы не делали. И теперь нам нужно выяснить, сколько из этих стартапов имеют до 30 сотрудников. Итак, пройдем в наш MongoDB. Здесь у нас Sample Training. Sample data у нас есть. В sample data у нас есть companies. Окей. Окей, здесь мы будем работать. Теперь. Здесь у нас 4 поля. Окей, мы начнем. Итак, нам нужны те стартапы, у которых до 30 сотрудников. Окей. Получается, как же у нас записано количество сотрудников здесь? Мы можем увидеть вот в этом документе. Мы видим number of employees. Да? Number of employees. У нас здесь 47. Окей. Теперь давайте запишем наши условия. Помимо того, что нам нужно, чтобы количество сотрудников у нас было меньше 30, нам нужно, чтобы и год открытия был также выше, чем 2005. Да? Получается, компания должна быть открытой после 2005 года. Если у нас несколько условий, значит, мы будем использовать с вами and. Да? Мы можем использовать знак доллара and. Окей. Теперь, к этому and мы должны будем ввести наши условия. И если вы помните, наши условия мы пишем, если у нас несколько условий, мы пишем их вот в таких вот квадратных скобках. Окей. Первое условие наше, то, что number of employees, number of employees у нас должен быть меньше, чем 30. И скобочки, давайте их поставим заново сюда, сюда и сюда. Одни будут в конце. В самом конце наших условий. Итак, окей. Теперь наше внутреннее условие тоже должно быть в скобках. Да? Мы их возьмем в скобки. Окей. Теперь number of employees у нас чему должен быть равен? Если вы помните, здесь мы тоже открываем скобочки и со знаком доллара мы говорим то, что должен быть меньше или равен. Да? LTE, less than or equal. Меньше или равен. И также через двоеточие, мы должны записать значение, меньше которого или равное которому мы хотим, чтобы у нас было количество сотрудников. Да? Получается, количество сотрудников меньше или равно 30. Окей. Это у нас было первое условие. Теперь второе наше условие. То, что наш год создания компании должен быть не позже 2005-го. Founded year. Да? Founded year. Можем сюда скопировать. Так. Теперь. И сколько это у нас еще одно условие? Да, здесь мы тоже ставим двоеточие. Двоеточие и снова открываем наши скобки. Точно так же с помощью знака доллара мы используем в этот раз уже GTE, да, что значит больше или равно. Больше или равно 2005 года. Окей, теперь мы возьмем, получается, этот запрос нам выдаст всех сотрудников, точнее всего, этот запрос нам выдаст все компании, у которых меньше 30 сотрудников, и те компании, которые были созданы позже 2005 года. И оба этих условия должны быть удовлетворены. Нужно ли нам что-нибудь еще? Если в компании нет вообще никаких сотрудников, можем ли мы это считать за компанию? Может, по ошибке получилось так. Или, может быть, компания разорилась. Но у нас все равно в записи имеется. Если такое есть, чтобы этого избежать, чтобы избежать ошибок или тех документов, тех объектов наших, где совсем нет сотрудников, мы можем использовать number of employees. Number of employees, и точно так же прописать условия,
что number of employees у нас не должен быть равен нулю. Мы можем использовать ne, not equal, не равен. И здесь запишем n. Так, окей. Мы можем тоже взять в кавычки, да? Как еще одно условие. Number of employees. И того у нас будут внешние кавычки и внутренние. Вроде с кавычками все хорошо. Как вы видите, поле это не горит теперь красным, что значит то, что код правильный, мы можем запускать его. Окей. И он нам выдал все стартапы, которые были открыты позже 2005 года, и в которых количество сотрудников больше 30. Мы можем посмотреть в виде строки, в виде таблицы. Окей. У нас есть Founded Year. Мы видим, что нет здесь года раньше, чем 2005. И количество сотрудников, Number of Employees. Мы видим то, что здесь нету сотрудников, точнее нет компаний, в которых больше 30 сотрудников. Теперь нам нужно определить средние компании, в которых от 30 до 100 сотрудников. Давайте мы пропишем этот код тоже. Этот код у нас будет похожий. Что же мы в нем поменяем? Давайте посмотрим. Итак. Количество сотрудников. Какое же количество сотрудников у нас должно быть? У нас должно быть количество сотрудников от 100, да? От 100 и до, точнее, от 30 и до 100. Получается, мы можем здесь сказать то, что, во-первых, он должен быть не меньше, а больше 30, да? Greater than. Так, это наше первое условие. И второе условие тоже мы можем прописать через запятую, снова со знаком доллара. Со знаком доллара мы здесь прописываем. Нам нужно значение меньше или равное 100. Да? Поэтому мы можем сказать LTE. Меньше или равно. Стоп. Окей. И весь остальной код у нас остается одинаковым. Окей. Этот код значит то, что условие должно быть соблюдено, то, что компания должна быть открыта после 2005 года, и это number of employees не должно быть равным нулю. Получается, мы не считаем те компании, где у нас количество сотрудников является нулем. Окей, давайте попробуем также применить. Давайте мы выведем только те колонки, которые нам нужны. Сейчас. Так, что еще мы хотим? Number of employees, да? Number of employees, двоеточие, единичка. Окей, и закрываем скобки. Можем посмотреть. Окей, количество сотрудников здесь у нас и дата открытия компании. Окей. Теперь, как мы изменили этот запрос? Мы просто добавили, да, диапазон. Number of employees у нас должен быть между 30 и 1000. Давайте посмотрим на следующее задание. Итак, крупные компании от 100 до 1000. Давайте мы посмотрим. От 100 до 1000. Получается, он должен быть, компания должна иметь больше 100 сотрудников. Значит, number of employees у нас должен быть GTE больше, чем 100 и меньше, чем 1000. Все остальное остается таким. Можем запустить код, и мы видим то, что у нас здесь количество наших сотрудников компании, и здесь дата основания компании. Окей. И последнее задание точно так же. Очень большие компании. Мы можем записать все компании, в которых свыше 1000 сотрудников. Но вернемся к нашему коду, где мы указывали количество сотрудников. И теперь количество сотрудников должно быть больше, чем 1000. Но второго лимита у нас нету, да? Получается, все, что больше 1000, неважно, сколько там сотрудников. Весь остальной код остается таким же. Снова здесь год, в котором было открыто,
И мы исключаем нули. Okay. Используем find. И мы видим точно так же здесь количество сотрудников, везде больше или равно 1000, и год, в котором была основана компания. Так. Окей. Теперь следующее задание. Составьте список из 5 самых больших поглощений acquisition компаний по цене. Давайте посмотрим. 5 самых больших поглощений acquisitions. Значит, мы будем работать с колонкой acquisitions. Давайте посмотрим. Для начала снова откроем companies, удалим весь этот код. Нажмем find, и тогда мы увидим наш объект. Теперь здесь выберем не таблицу, а выберем вот такие вот объект JSON. Окей. Значит, нам нужны acquisitions. Давайте посмотрим, где же он у нас здесь есть. Здесь у нас его нету, вот у нас есть еще 13 строчек. Здесь мы можем его найти. И вот видите, acquisitions. Acquisitions. Окей. Теперь. Помимо этого, нам acquisitions это приобретение или поглощение одной компании другой компании. Если мы кликнем на acquisitions, здесь у нас выходят еще данные, да, под ним. Получается, это документ внутри документа. Acquisitions, и он у нас имеет свои маленькие такой под таблицу, где у нас есть цена, currency, да, и другие. И у нас есть цена, currency и другие колоночки. Окей. Теперь нам нужно найти 5 самых больших поглощений. Итак, здесь что же нам нужно? Какое у нас условие? В целом у нас условий нету. Мы можем сделать, мы можем прописать то, что мы хотим увидеть. Колонку acquisitions. Да? Окей. Помимо этого, мы хотим все это отсортировать от большего к меньшему. Но мы хотим отсортировать это по цене. Итак, как же мы можем обратиться к этой колонке? Ведь она у нас находится под acquisitions. Мы можем адресовать эту колонку, записав acquisitions сначала. Точка. И через точку мы можем ввести колонку, которая находится под acquisitions. Здесь мы откроем acquisitions и price amount, точка price amount. Когда мы обращаемся к колонке, которая находится в субординации другой колонки, мы должны взять все это в кавычки. Здесь мы берем как кавычки, окей, и здесь указываем минус один, так как мы хотим увидеть, отсортировать наши приобретения, да, наши acquisitions от большего к меньшему. Итак, мы можем открыть наши acquisitions, и мы можем посмотреть, что и вправду у нас самое высокое значение здесь. Сколько здесь нулей? 39 миллиардов. И 39 миллиардов была приобретена компания. Окей. Okay. In the race for more spectrum. AT&T была куплена компанией T-Mobile за 39 миллиардов. Окей. Теперь мы можем попробовать выставить это в виде такой таблицы. И если мы здесь наведем на окошко, то оно у нас раскроется. И мы уже посмотрим на Object ID. И потом для каждого Object ID мы посмотрим, что же у него внутри его Acquisitions. Мы можем посмотреть на все цены. Окей. И опять же, что мы сделали? Мы просто нашли acquisition, мы нашли у нас, где же наша колонка acquisition, мы ее достали, и мы отсортировали все по колонке, которая находится в субординации acquisition, да, которая под ней. Обратились к ней acquisition.priceAmount, взяли в кавычки обязательно, и
указали сортировку минус 1. Что значит от большего к меньшему? Окей. Теперь нам нужно составить список подтверждающих материалов. Source URL. Source URL это у нас будет ссылка. И укажите участников сделки. Компания X купила компанию Z за столько-то USD. Окей. Теперь давайте вернемся в наш компас. Теперь для выполнения этой задачи нам нужно будет перейти в вкладку Aggregations. Здесь сверху, где у нас Documents, есть Aggregation. Aggregation, схема, индекс и Validation. Вот мы перешли в Aggregation, перешли обратно в Documents, перешли обратно в Aggregation. Окей. Теперь нам нужно создать новый пайплайн. Новый пайплайн – это у нас такой новый фильтр. Теперь мы можем нажать Create New и добавить Add Stage. Окей. Теперь в этом stage мы можем использовать разные команды. Да? Здесь мы используем match. Match, что значит сравнить документы по какому-то принципу. Окей. Теперь нам для начала нужно, чтобы acquisition был у нас. Да? Мы можем использовать acquisition. И exists. Окей. Что значит exists? Exist значит существует. Значит, у нас должно существовать, во-первых, acquisitions. Да? Этот exist мы должны оформить как булевое значение. Да? Должны написать его, прописать как true. Окей. Ну и закроем. Закроем, конечно. Окей. Смотрите, здесь мы можем добавить кавычки, можем не добавлять. Да? В целом у нас код здесь не меняется. Окей. Окей. Здесь тоже мы можем убрать. Exist. Тоже можем убрать кавычки. Мы видим то, что код у нас будет такой же. Окей. Теперь, везде, где у нас есть acquisition, мы найдем данные, те данные, которые нам нужно достать. Давайте посмотрим снова, какие же данные нам нужно достать. Участники сделки, URL и какая компания купила и какая компания купила какую компанию и за сколько. Окей. Давайте снова вернемся в наш acquisitions. И мы можем даже глянуть на наш документ. Так, после того, как мы записали match, да, мы записали acquisition exists true, мы хотим посмотреть, что же у нас вообще в acquisitions есть. Мы видим у нас название нашей компании wet paint, и мы должны посмотреть acquisitions. Да. Acquisitions мы можем открыть и увидим здесь сумма приобретения, потом ссылка и компания, да, компания, которую мы приобрели. Какое же здесь название компании? Acquiring Company здесь можем глянуть. Мы видим здесь Name Wiggle. Да? Так, окей. Так, теперь нам нужно добавить еще одну ступень. У нас есть Match. Мы сметчили всех, где есть Acquisition. Точнее, мы отфильтровали, оставили только те документы, в которых у нас есть acquisition. Да? Теперь добавим add stage. И следующий add stage у нас здесь будет project. Точно такой же project, как мы видели в предыдущем меню. Да? Project здесь в documents. Documents первый это у нас. Первый у нас фильтр, второй у нас project. В aggregation тоже мы можем выбрать. Мы можем выбрать project. Окей. Теперь этот код, который выходит автоматически, мы можем удалить. Теперь, когда мы перешли в Project, мы можем указать, какие же колонки мы все-таки хотим видеть.
И мы можем указать для начала то, что ID мы не хотим видеть, да, ID можем сказать, у нас будет нулем. Окей. Теперь, помимо этого, что мы еще хотим увидеть? Мы можем сами создать нашу колонку. Да, для этого мы в кавычки возьмем название, например, компания, которая приобретает компанию, да, acquiring company. Окей. Теперь, через двоеточие, снова в кавычках, но уже со знаком доллара, мы должны указать наш путь. Итак, как же мы поймем, где этот путь? В нашем документе здесь у нас acquisitions, и нам нужно acquisitions, из acquisitions нам нужно найти acquiring company и взять вот этот name. Получается, каждый шаг, каждый уровень мы будем прописывать acquisition, точка, потом под ним идет acquiring company, точка, внутри него идет name. Окей? Так, давайте запишем. Acquisition, так, acquisition, точка. Теперь acquiring company. И name. Так, окей. Теперь мы можем дальше посмотреть, какие же колонки мы хотим. Нам нужно, помимо этого, было само название компании, да? Компании, которую купили. Поэтому мы можем назвать ее acquired company. Acquired company. Точнее, купленная компания. И также через двоеточие, также в кавычках, также со знаком доллара мы начинаем прописывать адрес. Да? Адрес. И какая же компания это у нас купила? Мы видим, сама вот эта компания WebPay. Так что здесь мы можем просто прописать name. Так, окей. Снова здесь ставим запятую, переходим на новую строчку. Мы можем теперь снова дать название. Дать название колонки. Что же мы хотим найти? Еще давайте мы запишем прайс, да? Прайс, за какую цену была куплена компания. Так. И снова укажем со знаком доллара, начнем наш код, мы укажем путь. Да? Итак, наш документ, в документе мы находим снова acquisition, и мы видим то, что у нас acquisition, и пойдет price amount. Значит, мы запишем адрес acquisition.priceAmount. Запишем acquisition точка и price amount. Окей. Цену мы отобразили. Теперь, кто купил, мы тоже сказали. Мы можем использовать currency. Ну, если захотим, можем здесь прописать currency. Currency точно так же двоеточие. Должны указать в кавычках со знаком доллара, к чему мы обращаемся. Возьмем acquisitions, у нас начинается acquisitions, точка, и currency price, currency code. Возьмем его, и его мы тоже отобразим. Окей. Теперь нас еще просили отобразить URL. URL находится здесь у нас также. Снова мы пишем кавычки. Мы можем написать здесь, назвать эту колонку URL. И теперь можем добавить адрес. Это у нас снова acquisitions. Acquisitions, точка, и в этот раз это source URL. Окей. Мы видим то, что у нас в acquisitions, да, есть в acquisition у нас есть дополнительные такие дополнительные таблицы в ней. И даже в ней самой еще в acquired company есть еще внутри маленькая табличка. Окей. Окей. Теперь в конце мы закрываем все нашей скобкой. Окей. Давайте посмотрим, что же у нас здесь. Не так, у нас здесь два знака доллара. Давайте уберем. Окей. И мы видим то, что у нас здесь он выводит нам компанию и компанию, которую мы купили.
Получается, у нас Wet Paint. Купила Facebook, OmniDrive, Twitter. Окей. Acquired company. И name. Окей, здесь у нас ошибка, да, опечатка маленькая. Нет. Здесь у нас... Окей. Теперь мы видим то, что у нас компания Wiggle была куплена Wetpaint. Составьте список компаний, которые привлекли инвестиции. Так. Давайте посмотрим. Этот запрос мы можем удалить. Да? Но теперь... Чтобы нам узнать, какие же у нас компании привлекли инвестиции, мы можем также посмотреть сначала на наш документ. Да? Наш документ. Здесь мы можем посмотреть. Окей. Day. Так, мы видим Funding Rounds. Да? Funding Rounds. Мы можем открыть его. Объект у нас 0, 1, окей. Так, теперь еще раз глянем. Список компаний, которые привлекли инвестиции. Значит, все, что нам нужно, это чтобы у нас Funding Rounds существовал. Да? Так, окей. Теперь получается здесь тут же в match мы должны будем прописать. Здесь мы писали acquisitions должен существовать, да, с помощью экзиста. Здесь мы укажем то, что у нас должно существовать funding rounds. Запишем сюда. Окей, и мы найдем компании. Теперь компании, в которых есть funding rounds, в которых инвестировали. Окей. Okay. Теперь, что же нам нужно оттуда? Нам нужно найти. Давайте мы эту уберем. ID пусть останется у нас. Ну, точнее, мы оставим этот код, чтобы избежать ID. Теперь мы можем сказать, то, что наше название нашей компании нам нужно, да? И помимо этого, нам нужно узнать, сколько же денег было собрано. И здесь тоже приведем единичку. Так, окей. Так, мы видим то, что у нас здесь есть название компании и сколько денег было привлечено в общем. Окей. Мы можем даже взять вот этот Total Money и записать его здесь. Да? Получается, у нас будут все компании, у которых есть Total Money Raised. Окей. Получается, Founding Rounds и Total Money Raised нам показывает то, что эти компании привлекали инвестиции. Теперь, сколько их? Как же мы узнаем, сколько их? Если вы помните, у нас в SQL был count, да, которым мы очень часто пользовались. Как же пользоваться count здесь? Count здесь можно пользоваться точно так же, как мы пользовались другими функциями. Здесь у нас есть match, потом project. Мы можем добавить stage, add stage. И здесь написать count. Count, мы видим у нас доллар и count. Окей. То, что у нас здесь, мы можем удалить.
Окей, мы пишем count, и здесь просто в кавычках мы записываем команду count. И мы видим то, что у нас насчиталось 9500 таких вот компаний, которые смогли привлечь инвестиции. Так. Окей. Давайте посмотрим на следующее задание. Теперь нам нужно узнать, мы узнали, сколько этих компаний, и хотим узнать, какая компания привлекла больше всех инвестиций. Заметьте, здесь у нас есть сложности. Total Money Raised, тип поля String, поэтому запрос нужно строить текстовый. Окей. Хорошо, давайте посмотрим. Ну, давайте попробуем для начала использовать сорт. Мы возьмем здесь точно так же, запишем сорт, выберем его. Окей. То, что он нам выдает, мы можем удалить. Окей. И мы можем взять Total Money Raised. Да, наша колонка Total Money Raised. Тогда нам показывает, сколько в общем привлекли денег. Так, Total Money Raised. И давайте отсортируем их как от большего к меньшему. Минус один. Да, и поставим наши скобочки. Естественно, count нам лучше убрать здесь, да? Так как сначала мы посчитали, сколько их. Теперь список, который мы посчитали, он его выстроил от большего к меньшему, но там всего одна запись. Поэтому эту запись мы удалим. Здесь справа сверху есть три точки. Delete stage. Окей. Теперь у нас все выстроено выглядит, как будто идет от меньшего к большему. И еще у нас, да, как было и написано, проблема в том, что у нас значения записаны в виде стрингов. Окей. Теперь, значит, нам нужно сделать что-то другое. Да? И обозначены как M. Окей, это тысячи. И B это у нас миллиарды. Да? Billions. Окей, давайте попробуем сделать так. Поскольку у нас здесь буквы, и у нас здесь стринги, мы можем перейти снова в Documents и попробовать найти эти значения здесь. Итак, в первой строке давайте мы пропишем то, что мы хотим. Какую колонку? Нам нужна колонка Total Money Raised, да? Total Money Raised. Так, окей. Теперь, поскольку это string, мы можем указать, что мы хотим, чтобы там присутствовала какая-то буква. Если вы помните, в SQL мы использовали like. Like и в кавычках мы указывали там. Если мы хотим миллионы, это будет M. Если хотим миллиарды, это будет B. Здесь похожая система, просто мы записываем ее такими слэшами. Слэш, буква B и слэш. Да? Ну или какая буква или какое слово нам нужно. Окей. Помимо этого, сейчас мы вытащим все наши значения, которые имеют буковку B, да, где Total Money Raised является B. Окей. Теперь мы можем, в принципе, сразу запустить этот код. И мы видим то, что у нас и вправду не так уж много таких компаний, которые собрали миллиарды. Давайте глянем. Окей. Мы видим то, что у нас эта компания, наша первая компания, смогла поднять инвестиции на 2,5 миллиарда. Это у нас Facebook. Окей. Теперь коллекция sampletraining.trips. Сколько длилась самая долгая аренда велосипеда? Давайте глянем. Для этого зайдем снова в наш компас. Здесь у нас с левой стороны есть коллекция trips.
Можем открыть TRIPS и посмотрим на наш документ. Какие же у нас здесь есть значения? Да? У нас есть колонки ID, Trip Duration, это продолжительность пути, да? Start Station ID, ID начальной станции, Start Station Name, End Station ID, End Station Name. Окей, у нас есть ID байка, User Type, Subscriber, это у нас подписчик, да? Тип клиента. И его данные, да? Окей. У нас есть локация, да, где был начат наш путь, да, где была начата аренда велосипеда. Координаты, окей. Конечная станция, тоже координаты. И время, да, время начала и время конца. Окей. Так, хорошо. Теперь нам нужно найти, давайте снова глянем на наш вопрос, сколько длилась самая долгая аренда велосипеда? Самое долгое время аренды велосипеда. Давайте глянем. Здесь аренда велосипеда. Давайте глянем, какая же у нас самая длинная аренда велосипеда. Итак, у нас здесь есть trip duration, да? Trip duration. Окей. Давайте мы попросим trip duration. Trip duration. Запишем как единичка. Точнее, мы не ставим никакое условие здесь сверху. Да? Но в проекте нам нужен trip duration. Okay? И trip duration мы хотим точно так же определить от большего к меньшему. Поэтому мы отсортируем. Можем использовать find. Okay? И мы видим то, что у нас самый длинный trip duration у этого объекта. Окей. Okay. Теперь давайте посмотрим на следующее задание. Какой велосипед брали наиболее количество раз? Окей, это уже интересно. Для этого мы вернемся снова в наш MongoDB. Зайдем в Aggregation в этот раз. Да? Теперь нам нужно, если нам нужно узнать, так, для этого вернемся в Aggregation. И здесь в Aggregation, смотрите, нам нужно сгруппировать сначала байки. И для каждого байка узнать, сколько раз вообще им пользовались. И посчитать, сколько раз пользовались каждым байком. По сути, нам нужно сгруппировать и посчитать. Да? Group by и count. Но здесь это делается чуть-чуть по-другому. Итак, здесь мы выбираем group. Окей. Снова код, который здесь у нас выходит, мы удаляем. И сюда записываем, по какому принципу мы будем группировать. Что же нам нужно? ID. Окей. Пусть это будет у нас байк ID, да? Байк ID. Так, и кроме этого нам нужен count. Мы дописываем в кавычках count. Окей. Окей. И мы должны... мы... Так как мы считаем, нам нужна сумма. Да? Мы указываем снова знак доллара и указываем сумму. Сумму как единичку. Окей. Теперь мы видим то, что у нас начал выходить ID велосипеда и количество раз, которым мы им пользовались. Count 6, окей, 8, 2, count 1.
Теперь, что же нам нужно сделать? Нам нужно все это отсортировать. Так, окей. Мы можем снова использовать add stage, можем здесь использовать sort. Да? Сортировка, это мы все уберем. Мы можем указать, по какой колонке мы сортируем, поскольку у нас здесь count колонку мы посчитали. Да? Можем сортировать под count и минус один. Все это возьмем. Окей, вот в такие скобочки. И мы видим то, что у нас все теперь отсортировано. Что мы можем сделать еще? Если мы захотим, мы можем точно так же добавить stage. И здесь использовать limit. Limit. И снова здесь все уберем. И просто оставим единичку. И мы видим то, что он нам выдал байк с самым большим количеством прокатов. Окей? Давайте еще раз пройдемся. Мы нашли ID байка. Да, bike ID, создали новую колонку, мы ее назвали ID, bike ID. Теперь у нас count, смотрите, это название count, это не команда count, мы можем менять ее, ну, вы видите, она в кавычках. Что же мы сгруппировали, и теперь нам нужна сумма. Сумма всех значений, всех строчек в этой группе. Да? И с помощью суммы мы это посчитали. Да? Сумма 1, это значит сумма, мы хотим ее видеть, да, как true. Окей. После этого мы отсортировали. Отсортировали по колонке count. Да? Отсортировали по колонке count. В порядке убывания. Да? И потом поставили limit. Здесь у нас group для группировки. По какому принципу мы группируем по байк ID, и что мы делаем еще? Мы еще и складываем, да? Внутри нашей группы складываем значение. Так, окей. Потом мы сортируем от большего к меньшему и ставим лимит. Окей, давайте перейдем дальше. Итак, коллекция Sample Restaurants, Restaurants. Посчитать количество ресторанов по районам. Давайте глянем. Здесь в Sample Data у нас есть Restaurants. Так выглядят наши объекты. И мы видим то, что район у нас, вот здесь Бруклин, здесь тоже Бруклин, Staten Island. Получается, колонка Borough у нас будет нашим районом. Да? И мы будем группировать по этой колонке. Получается, если мы группируем, мы переходим в меню агрегации. Мы можем пройти в меню агрегации, окей, и добавить шаг. Во-первых, мы будем группировать, да, поэтому здесь мы должны прописать stage one group. То, что у нас здесь вышло, мы можем удалить. Итак, мы снова можем взять наш ID, да, в виде ID, вместо ID мы можем взять Бруклин. Точнее, не Бруклин, а у нас было значение Боро. Да? Да, вот мы видим Боро. Окей. Видим ID Queens, Манхэттен. Окей, значит, все правильно. Теперь нам нужно посчитать количество ресторанов. Да? Можем написать. Окей. И посчитать, как и в прошлый раз, посчитаем сумму. Окей. Итак, мы видим то, что в районе Queens у нас 565 656 ресторанов. Staten Island 969, Бруклин 6086 ресторанов. Окей. Окей, хорошо. Получается, мы посчитали количество ресторанов по районам. И использовали просто группировку и сумму. Если у вас будут вопросы, вы их подготовьте, и на уроке мы с вами на них ответим.